В том, что будет красиво, сомнений нет. В руках у отделочников самая качественная плитка марки «Керама Марацци». Поэтому стены душевых сияют светлым глянцем белой плитки, в контекст которой удачно впишется нарядная узорная. Заместитель главы города Людмила Мурашова интересуется, как будет выглядеть общая концепция плиточного покрытия стен. Нам очень важно, чтобы этот бассейн выглядел не просто красиво, а современно. Да? Чтобы дети зашли, и они понимали, что они живут у нас в 21 веке. Да? О том, что в бассейне будет такое высокохудожественное сочетание ярких красок, даже мечтать не могли. Но да, тут очень много нового. Раньше в бассейне вообще не было вентиляционных шахт. Сейчас новейшее оборудование уже зашили водостойким гипсокартоном под плиточное покрытие. Сейчас у нас проложена совершенно новая автономная. То есть она будет включаться в технологических помещениях бассейна. Она на современный уровень выведена. То есть она приточно-вытяжная. Сегодня строители приступают к монтажу подвесного потолка, затем за работу принимаются маляры. И когда наступит идеальная чистота, возьмутся и за чашу бассейна. Для того, чтобы подключить современное оборудование. То есть старое оборудование не восстанавливалось, закупалось абсолютно новое оборудование. И, соответственно, облицовка бассейна будет пленкой, которая применялась на олимпийских объектах в городе Сочи. Сегодня в бассейне нигде не торчат провода электрической проводки. Ее проложили в первую очередь еще до начала штукатурных работ. Совершенно заменена на новую, современную. Вот. И под нее, вот ее выходы видно, и под нее закуплены новые светильники на фотоэлементах. Светильники, которые допускаются к бассейну, которые сделаны у нас в стране. Мы постарались заключить со строителями такой договор, чтобы это было наше оборудование, потому что в случае выхода из строя или не дать никакой поломки, мы могли связаться с нашими производителями. Отделочные работы в школе идут строго по графику, и надо заметить, что рабочие компании «Славянский дом» работают красиво, аккуратно, быстро и качественно. Можно сказать, что в этом смысле 7-й школе очень повезло.